Сам вход в саму квартиру встречают вот такие вот нарядные двери. Друзья, всем привет! Я Александра Соколова, показываю вам недвижимость в Мерсине. У меня много интересных предложений, поэтому заходите на наш канал, смотрите предыдущие видео, думаю, найдете много интересных вариантов. А сегодня я хочу вам предложить отличную квартиру 2+1 недалеко от моря в районе Томюк по классной цене, по очень интересной, привлекательной цене. Все технические характеристики и описание квартиры я всегда оставляю в инфобоксе под видео, поэтому не ленитесь, заходите, читайте, смотрите дополнительную информацию. Ну что, смотрим квартиру? Это у нас входная дверь, на этаже две квартиры, пятый этаж шестиэтажного здания, на полу у нас плитка. Это у нас зона кухни-гостиной, единое пространство, по периметру с двух сторон остеклено, много света. Сегодня у нас немножко пасмурный день. У нас вот так выглядит зима. Мы уже одели даже джинсы и кроссовки. Вот. И температура где-то 17-20 градусов. Немного видно горы. Я думаю, что вам будет видно. Открывается прекрасный вид на горы. Квартира-распашонка выходит на обе стороны дома. Отличная продуваемость будет летом. Вот видите, где ездит транспорт. Это D400. До дороги буквально 200 метров. Это что значит? Это значит отличная транспортная доступность в любом направлении. Уехать в Эрдемли, ехать отсюда 5-7 минут, либо до Мерсина минут 25-30. Кухня. Квартира продается без техники и без мебели. Мебель культурно-исторической материальной ценности не представляет, но по крайней мере по мебели вам будет понятно, как можно зонировать данное пространство. В этой части у нас пол тоже плиточка. Здесь у нас один санузел. Санузел у нас с окном естественной вентиляции. Унитаз, функция биде, душ, раковина, зеркало. А в жилой зоне у нас ламинат. В спальнях у нас ламинат. Тоже посмотрите по расстановке мебели размер спальни. Покажу вам с этой стороны. Сложные потолки. Здесь у нас уже есть карнизы. Вид, ну, как бы не очень. Но это спальня. Спальня для того, чтобы спать. Так, здесь у нас при входе есть еще встроенный шкаф. Вот такой вот. Большой вместительный встроенный шкаф. И еще одна родительская спальня. Родительская спальня у нас с небольшой терраской. Вот такой вот. И отсюда вы можете видеть расстояние до моря. Вот возле этого дома по четвергам проходит базар. Вот эта улица, у нас есть пекарни, магазины, Шокбим, различные другие сетевые магазины. Все в пешей доступности, до моря порядка 150 метров. Прекрасный песчаный пляж, зона променад, пешеходная зона для прогулки. Отличный вариант для отдыха и также для постоянного проживания.
Если у вас останутся вопросы по данному объекту, пожалуйста, связывайтесь. Мои телефоны находятся в инфобоксе под видео или появятся у вас на экране. Томюк часто выбирают люди для постоянного проживания, либо для сезонного отдыха. Приятная цена, хорошая уютная квартира, в комплексе нет особой инфраструктуры, поэтому Айдат здесь небольшой, цена небольшая. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, звоните на WhatsApp, пишите, задавайте вопросы в комментариях. Берегите себя и непременно приезжайте. Увидимся в Мерсине. Пока-пока.